Здравствуйте, уважаемые ульяновцы и гости нашего региона. Сегодня вновь поговорим о фейковых вбросах в соцсети на тему коронавируса. Точнее, о наказаниях за такие вбросы. Реальные случаи, о которых я расскажу, произошли недавно в Димитровграде и в Ульяновске. Они наглядно демонстрируют, что размещение фейков в соцсетях и мессенджерах не останется незамеченным и безнаказанным. Сотрудники полиции установили, что 29-летний житель Димитровграда разместил фейковую информацию в соцсети ВКонтакте в группе «Димитровград Новости». В переписке с участниками этого сообщества парень обсуждал ситуацию с коронавирусной инфекцией и разместил фейк о количестве заболевших на территории региона. По данным пресс-службы МВД России по Ульяновской области, в отношении молодого человека сотрудниками полиции составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Материалы проверки направлены в Мировой суд города Димитровграда, который назначил этому мужчине наказание в виде административного штрафа на сумму 30 тысяч рублей. Житель города Димитровграда 31 марта в 19 часов 20 минут в социальной сети ВКонтакте разместил информацию о том, что на территории Ульяновской области появились 5 зараженных новым коронавирусом. Данную информацию я получил от родственницы, не проверил ее и после этого разместил в социальной сети. Я бы хотел извиниться перед всеми жителями Ульяновской области, более такого не повторится. И еще об одном фейке, автора которого удалось выявить и наказать. 13 апреля был составлен протокол в отношении жителя Ульяновска, который вечером 9 апреля под постом губернатора Сергея Морозова в соцсети ВКонтакте распространял недостоверные факты о количестве заболевших коронавирусом в Ульяновской области. Мужчина написал, что в ЦГБ якобы госпитализированы 60 военнослужащих ВДВ, и 7 из них умерли. Эта информация не соответствует действительности. Силовики быстро установили, что автором сообщения был житель Заволжского района, 78-го года рождения. Ульяновец уже привлечен к административной ответственности. Составлен протокол по статье 13.15 части 9 КоАП. Напомню, распространение в средствах массовой информации, а также в соцсетях и мессенджерах, заведомо недостоверной, общественно значимой информации под видом достоверных сообщений наказывается. Теперь нарушитель должен будет выплатить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей, как решит суд. За фейки сегодня гражданам может грозить, кстати, не только штраф, но и реальная уголовная ответственность. Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают теперь лишение свободы на срок до 5 лет за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. В России уже возбудили первое уголовное дело за фейк о коронавирусе. Уважаемые ульяновцы, внимательно относитесь к публикуемой в сети интернет и мессенджерах информации и ориентируйтесь только на официальную информацию и официальные источники. Соблюдайте гигиену, чаще мойте руки, берегите себя и, пожалуйста, оставайтесь дома. Уважаемые ульяновцы, не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйте только проверенным источникам информации.